тур библиотеками Востока Украины отправились современные украинские писатели. Его инициатор – уроженец Старобельска, поэт и прозаик Сергей Жадан. С единомышленниками они создали проект «Восток читает». Главная его цель – привлечь внимание к библиотекам Донецкой и Луганской областей как центрам общественной и культурной жизни. Юле 8, но она уже хорошо знает, что нужно делать, когда по ее родному счастью стреляют. Мама хватает меня, папу, и мы уходим в коридор. Почему в коридор попадал? Потому что там нет окон. Сегодня у Юли необычный день. Она увидит настоящих писателей и возьмет у них автограф. Для меня это как сюрприз. Это Иван Андрусяк, а вот это две фотографии Татьяны Стус. Одна будет моя, другая мамина. С собой Юля привела одноклассниц. Дети наперебой рассказывают о своих любимых произведениях. Мне тоже подобается. Мне очень нравится произведение Ивана Андрусяка «В море жабы не живут». Там рассказывается о том, что в море жабы не живут и крокодилы воду пьют, а вместо жаб – медузы. Мы очень любим читать книжки. И мы ходим с учителями, со школы, с родителями в библиотеку. И мы для Ивана Андрусяка и Татьяны Стус приготовили подарок. Во время встреч с писателями дети могут не только взять у них автографы, но и вместе почитать любимые произведения и подружиться. Есть такие стереотипы, особенно у них много у детей, что писатели – это такие абстрактные Тарас Шевченко и Лиса Украинка. Но сейчас, когда уже введены в школьную программу произведения современных писателей, они начинают понимать, что все не совсем так, как им говорили до сих пор в школе или дома родители. Наша цель – убрать стереотип о том, что пишут только нудную литературу и давно умершие писатели. Именно ради встреч с читателями и популяризации украинской книги был создан проект «Восток читает». Институт книги закупил для украинской библиотеки большое количество книг. А мы решили, что было бы очень хорошо по этим библиотекам повозить писателей, чьи книги были закуплены. Чтобы читатели не просто видели книги, а чтобы они видели живого писателя, чтобы могли у него что-то спросить, могли послушать. Опыт показывает, что интерес к книге возникает тогда, когда читатель понимает, что литература – это не что-то такое мертвое. Читала, в принципе, я произведения всех этих писателей, даже Андрусяка. Читала книги. Нравится. Очень интересная образная украинская речь. Интересные сюжеты. В этот раз писатели привезли в библиотеки прифронтовых городов и поселков 18 ящиков украинских книг. Следующие поездки запланированы на февраль и март. Анастасия Волкова, Александр Лахтин, Луганская область, UATV.